Всем привет, у меня очередная посылочка с AliExpress. Здесь у меня находится муляжка видеокамеры наблюдения. Давайте сейчас вскрываю, распаковываю, показываю, как она выглядит и как она, в принципе, устроена. Да, я хочу сделать акцент, данная посылка впервые мне пришла с AliExpress бесплатно, поэтому как-то так, можно сказать, приятненько. Ну, стоимость посылки, конечно, недорогая, поэтому смотрим. Вскрываю, достаю и показываю, что пришло. Вот такая вот коробка, подобная камера у меня уже была на обзоре. Идет, поставляется вся комплектация, плюс здесь, насколько я помню, идет 3 самореза, 3 дюбеля, чтобы закрепиться где необходимо. Идет наклейка, предупреждающая, что якобы ведется видеонаблюдение. Ну и сама вот камера выглядит вот таким вот образом. Итак, пробегаемся по устройству данной камеры. Как видите, идет кронштейн. Кронштейн у нас поворотный. Здесь отжимаем и поворачивается. И, соответственно, в том положении, которое вам необходимо, вы сделаете фиксацию, и она стоит в нужном для вас положении. Идет также провод. Данный провод желательно, я рекомендую взять, купить коробочку, завести туда, и тогда это будет более правдоподобно выглядеть. Что еще в данной муляжке интересно, показываю. Имеется солнечная батарея. Для чего здесь нужна данная солнечная батарея, сейчас показываю. Данная солнечная батарея дает работу на светодиод. Он горит красным огоньком, то есть тем самым, как будто бы камера работает, подключена. И если наступает, допустим, темное время суток, сейчас я закрываю наклейкой, показываю. Все, данный светодиод не работает. В темное время суток производитель что предусмотрел? Здесь мы отодвигаем. Открываем таким образом. Открываете аккуратно. Можно даже отсоединить провода. Для того, чтобы вам был доступ к отсеку для батареек. Как видите, идет питание до 3 вольт. Формат АА батарейки. То есть данная батарейка можно взять. Вот я буду использовать сейчас такие аккумуляторы. Поставить. Тем самым производитель заверяет, якобы данная солнечная батарея будет, помимо того, что использовать электричество днем на данный светодиод, соответственно, будет подзаряжать аккумуляторные батареи. И как видите, все соединено, все работает. То есть в режиме ночного оно, соответственно, работает. И давайте сейчас посмотрим. Я соединяю назад провода. Также показываю, как она работает с солнечной и, соответственно, с данными аккумуляторами. Итак, сразу закрываю отсек для аккумуляторов. Аккумуляторы, как видите, остались внутри. Закрыл. Теперь соединяю назад провода. Смотрим, чтобы у нас провода совпадали. Все совпало. И теперь следующим образом. Одеваем назад крышку, вставляем в пазы. Все встало, все стоит. Проверяем, чтобы не падало. И показываю. Как видите, светодиод у нас работает. Работает он от солнечной. Закрываем. Он у нас продолжает также работать в этом же режиме. Единственное, что мне остается сделать, это ее повесить на свое место, посмотреть, как она работает. Соответственно, сколько при полном заряде данных аккумуляторов прослужат они с помощью зарядки данной солнечной батареи. И, соответственно, оставить в рекомендациях отзыв. Для того, чтобы видео не растягивать, не ждать его выпуска долго, я, соответственно, выпускаю так, как есть. Поэтому я обязательно оставлю в закрепленном комментарии, сколько данные батареи прослужат на нужном мне объекте. Ну, постарался пробежаться по данной камере полностью, рассказать вам. И сейчас покажу примерно, как она будет смотреться на объекте. Вот так данная муляжка будет смотреться у меня на объекте. Здесь я ее не крепил, потому что, соответственно, ее я буду переносить в другое место. Просто показываю, как она смотрится. Данная солнечная панель, она незаметна снизу. Соответственно, чем выше она будет висеть, тем она будет менее заметна. Тем самым придавая данной муляжке правдоподобный вид. Как я и говорил, вы можете открутить кронштейн, направить туда, куда вам надо, зажать. И, соответственно, она будет смотреть в то направление, куда вы направили. Итак, не знаю, передает ли камера сейчас работу светодиода. Данный светодиод горит красным светом.
моргает он не быстро, не интенсивно, то есть идет такая задержка где-то примерно секунды 2-3. Соответственно, если вам данный обзор понравился, нужна вам где-нибудь использование данной муляжки, ссылка внизу, переходите, смотрите, приобретайте. Ну, как всегда, до встречи в новых видео, всем пока-пока!